Здравствуйте! 14 февраля весь мир отметит День Святого Валентина. На праздник всех влюбленных принято дарить самым дорогим людям маленькие открытки – валентинки – в знак доброй и искренней любви. А кому бы подарили валентинку дошколята Саянска, сейчас узнаем. Я бы подарил маме валентинку, потому что она самая дорогая и любимая. Я подарила бы валентинку маме, потому что я ее люблю. А еще кому-то подарила бы валентинку? Папе. А папе? Потому что он мне вчера купил мороженое. Я люблю Лену, потому что она любимая и красивая. Я ей подарила валентинку. Я подарил маме валентинку, и я очень-очень люблю. Я думаю, что я маме подарю валентинку, потому что она мне покупает игрушки. Молодец. А еще кому-то подарила бы валентинку? Папе. А папе почему? Потому что он зарабатывает деньги. Я бы подарил валентинку своей маме, потому что очень ее люблю. А еще кому-то подарил бы валентинку? Да. Кому? Своим родным. А почему? Потому что они мои родные. Валентинку маме. А почему? Потому что она любимая. А еще кому-то подарил бы? Да. Своей бабушке. А ей почему? Потому что... Я бы подарила валентинку Владу, потому что он мой лучший друг. Я бы подарила валентинку маме, потому что я ее люблю. И бабушке, потому что она меня любит. Я бы подарила валентинку бабе, потому что она царапает хворост. Я подарю маме валентинку, потому что она мне покупает чупа-чупс. Я подарила валентинку Марине, потому что она мне нравится. Я подарила валентинку маме с папой. А почему? Потому что скоро нас станет 8... День Святого Валентина.